В Люберцах состоялось заседание местного политического совета «Единой России». Для депутатов партийной фракции утвердили даты отчетов перед избирателями в 2023 году. На встрече также оценили реализацию партийных проектов на территории городского округа. Обо всем подробнее в нашем следующем сюжете. В Совете депутатов городского округа Люберцы 29 членов партии «Единая Россия». С 20 июня по 20 июля народные избранники подведут итоги своей работы в округах и ознакомят с ними жителей. Встречи с населением будут проходить во дворах и на территориях производственных предприятий. Депутаты Совета депутатов должны провести не менее 15 отчетных мероприятий перед муниципальными учреждениями, перед жителями. Есть определенные критерии приведения отчетов депутатов. Это прежде всего брендирование мероприятий и партийной символики, наличие и демонстрация презентации, подготовка аудиовизуальных материалов, роликов. В Люберцах реализуются 28 партийных проектов. За каждым из направлений федерального, регионального и местного значения закреплены кураторы. Было решено распределить ответственность и между членами фракции. Что касается именно федеральных проектов, у нас их таких основных на сегодняшний день 18, и мы предлагаем их закрепить. Где есть куратор партийного проекта, есть закрепленный депутат за данным проектом. И, конечно же, должен быть, мы с Владимиром Михайловичем тоже посоветуемся, профильный заместитель. На встрече также обсудили работу местного совета сторонников «Единой России». По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, их количество увеличилось более чем на 500 человек. На сегодняшний день партия насчитывает более 2500 сторонников. Богдан Колесников, Луиза Егезарян, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.